Международную реакцию тоже комментировал президент Путин и другие наши представители, в том числе руководители ФСБ, Следственного комитета, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Запад активнейшим образом пытается убедить всех, что это дело рук Исламского государства, и больше не надо никого подозревать, прежде всего Украину. Про Украину и про ее непричастность говорят прямо и регулярно, и это становится навязчивым. Мы неоднократно говорили о том, что мы не делаем каких-либо окончательных выводов до тех пор, пока расследование не будет завершено полностью. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства, но не исключать очевидные версии мы просто не имеем права. Тем более, что эти люди бежали на Украину, когда их задержали, а те, кто исполнял террористические акты, тем более, что Запад так подозрительно активно убеждает нас, причем не только публично, они и в контактах по линии наших дипломатических миссий тоже говорят, не надо подозревать Украину. Не объясняю, почему. Хотя, с точки зрения здравой логики, отвечая на вопрос, кому это выгодно, такой вопрос всегда задается, когда совершается преступление, которое предстоит раскрыть, мы не можем Украину исключать. Вот, знаете, совсем вчера, по-моему, глава, я даже выписал эту цитату, начальник Главного управления разведки Буданов, он заявил буквально вчера, утверждение, что теракт в Крокусе совершила Украина, это ерунда. Хоть Россия и враг, но я не одобряю в принципе теракты против гражданских людей. Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не от этого человека. А еще в мае прошлого года он говорил, цитирую, это люди с видоизмененной психикой, имея в виду русских, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности. Справедливая ответственность в нашем понимании только физическое устранение. Сказано в эфире телеканала «1+1». И множество других высказываний украинских официальных лиц, включая и Подоляка, и Ермака, и бывшего секретаря Совбеза Данилова, в том числе прямые призывы уничтожать Русню. Не хотим, чтобы Николаев и Харьков оставались хоть чем-то, в чем-то русскими городами, ну и все остальное. Да, и угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически. Поэтому я уверен, что следствие владеет всеми этими материалами. И наши западные коллеги, которым мы многократно об этом говорили, они, конечно же, знают об этих высказываниях. И не только о высказываниях. Все те годы, которые прошли после того, как был совершен государственный переворот, началась война киевского режима против собственного народа, которую удалось остановить подписанием Минских соглашений. Вот после этого все прошедшие годы и режим Порошенко, и режим Зеленского методично принимали законы, которые уничтожали все русское на Украине. Образование, сначала высшее, потом среднее, потом начальное, культуру, средства массовой информации и многое другое. А в городах принимались нормативные акты, которые запрещали любые мероприятия на русском языке, любое общение на русском языке, даже вот в магазинах, предприятиях общественного питания. Ни разу в ответ на наши многотысячные обращения по каждому из этих поводов к западным странам, которые курировали киевский режим, к организациям типа Совет Европы, ОБСЕ, осудить и пресечь подобную линию, которая прямо противоречила обязательствам Украины по многочисленным конвенциям в защиту прав национальных меньшинств, ни разу ни одна западная страна, которая сейчас выгораживает Украину от всех обвинений, не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий, которые, кстати сказать, они законов понапринимали, они эти законы внедряют в практику, а законы эти противоречат нынешней Конституции Украины, где прямо записано, что государство гарантирует права русского, выделено отдельно, и других национальных меньшинств в сфере образования, средств массовой информации, культуры. И вот это вот двуличие Запада, который отказывается признавать очевидное, что это российский, нацистский режим, оно, конечно же, вызывает очень серьезную озабоченность. Единственное объяснение. Украина — это так, это часть верхушка айсберга. А декларированная Западом цель — нанести стратегическое поражение России. Вот это главное, и она подтверждается достаточно регулярно. Ну и получается, что тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма. Это печально. Если позвольте, я бы хотел вернуться к трагедии в Крокус-Сити-Холле. Вот сразу после того, как она произошла, опять же, западные СМИ вспомнили про то, что накануне, 7 марта, американское сначала посольство в Москве опубликовало предупреждение, потом ряд других посольств, и в США заявляют, что есть контакты по линии спецслужб, через которые тоже поступали некие предупреждения. И при этом мы видим, что идут нападки на наши дипломатические представительства, закрываются здания, отнимаются и так далее. Я бы хотел вас спросить, есть ли у нас сейчас какие-то сферы, где есть реальные контакты, по которым мы все-таки сотрудничаем и кооперируемся с западными коллегами? Практически нет. Что касается вот упомянутого вами факта, который американцы всячески подчеркивают, а именно о том, что они предупреждали 7 марта, вслед за ними, кстати, 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Британии, и тот и другой случай касался текста на английском языке.
Адресовали они эти предупреждения своим гражданам, которые находятся в Москве, советую не посещать массовые мероприятия. Что касается контактов по линии спецслужб, они, как правило, не афишируются, но в недавнем интервью Александр Бортников сказал, что такие контакты были, предупреждение поступало, но оно было самого общего характера. Я, мне тут, собственно, нечего добавить. Что касается вот, контактов в целом, в данном случае, поскольку идет речь о борьбе с терроризмом, борьба, которая всегда считалась, вот, ну, последние десятилетия, наверное, после того, как Российская Федерация стала тем государством, которым она сейчас является, считалась чем-то сближающим всех нас, и Россию, и Запад, и Восток, и лидеры Соединенных Штатов, Европы, Британии выступали за то, чтобы эта борьба велась независимо от тех разногласий, которые по другим политическим, экономическим вопросам могут сохраняться. Ну, так оно и было. Хотя с Евросоюзом было еще труднее. Вот сейчас кто-то, по-моему, Макрон или кто-то из лидеров Евросоюза заявил, да, хотя Россия, конечно, агрессор, хотя Россия хочет нас завоевать, но мы можем подумать о том, чтобы посотрудничать с ней в борьбе с терроризмом. Ну, слушайте, надо учить материальную часть, когда такие заявления делают люди, потому что мы убеждали Европейский Союз долгие годы сформировать механизм, который будет заниматься обменом информацией, координацией действий по борьбе с терроризмом. И удалось это сделать где-то только в 2018 году, и единственная встреча состоялась в 2019. А после этого они тоже утратили какой-либо интерес. Так что их отказ, фактически отказ от взаимодействия с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом, он состоялся задолго до начала специальной военной операции, на которую они теперь сваливают все свои промахи. И пытаются, как я уже сказал, замаскировать свои истинные намерения, которые, собственно, и привели к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить развязывавшуюся уже против нас войну решением о проведении специальной военной операции. Сергей Викторович, вы сказали, что недавно, что нам неинтересно предложение Интерпола о сотрудничестве, но это понятно почему. От каких стран мы получили реальное предложение помочь в расследовании теракта? Не голословно, а именно реальное, по дипломатическим линиям. И получили. И готовы ли действительно нам оказывать поддержку в расследовании теракта? Ну, вы знаете, я слышал недавнее выступление президента Лукашенко, который сказал, что, ну, собственно, это всем известно, что белорусские, российские специальные службы, другие правоохранительные органы теснейшим образом сотрудничают на постоянной основе. И, конечно, он подчеркнул, что готов продолжать. Он обсуждал, как он сказал, эту ситуацию с президентом Путиным. Они остаются в контакте. Так что по линии российско-белорусского сотрудничества, конечно, такие возможности есть. Тем более, что Белоруссия внимательно следит за развитием ситуации на Украине. Там, знаете, украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой страны. Запад тоже всячески стягивает войска поближе к границам и России, и Белоруссии. Каких-либо других предложений о сотрудничестве мне о них неизвестно. Если по каналам спецслужб что-то и делалось, и передавалось в наш адрес, то это осталось без объявления, и я сомневаюсь искренне, что кто-то будет предлагать свое сотрудничество. Я вот напоминал, вы упомянули Интерпол, это уникальная ситуация, потому что я специально перепроверил свои слова о том, что Интерпол никогда раньше не предлагал расследовать резонансные преступления, и так оно и есть. Этого никогда не было, ни в случае с северными потоками, ни в терактах, которые были на территории России в начале 2000-х, никогда Интерпол такой ретивости не проявлял. А тут вдруг, буквально через несколько часов после того, как американцы и европейцы заявили, что Украина ни при чем, Интерпол предложил свои услуги. Ну, в общем-то, мы сами справимся, и к огромному сожалению, международные структуры, которые призваны быть нейтральными, беспристрастными во всех видах человеческой деятельности, будь то криминалистика, правоохранение, спорт, культура и многое другое, становятся все больше и больше приватизированными западными сотрудниками секретариатов своих. Я вот хочу сказать, что та же проблема наблюдается и в ООН до такой степени, что там есть комитет экспертов по административным и бюджетным вопросам, и они в своем последнем докладе ежегодном специально подчеркнули неприемлемость засилья западных граждан в структурах секретариата. И это тенденция, с которой нужно, в общем-то, не просто, так сказать, считаться, с ней надо бороться, и мы этим занимаемся. Просто, коллеги, простите, я в развитии темы, но получается, что мы оказываемся на грани угрозы не менее глобальной, чем Третья мировая, при отсутствии взаимодействия между странами, когда терроризм действует куда более общо, нежели мировое сообщество. Ну, об этом многие говорят, прямо упоминая термин «Третья мировая война». Президент Путин неоднократно реагировал на эти западные высказывания, и наша позиция была изложена предельно ясно. Мы готовы к переговорам, если они являются серьезными, если они будут опираться на осознание реальности и законных интересов безопасности Российской Федерации. Да, и законных интересов безопасности других стран, которые в это втянуты. Он об этом очень четко заявил. Но когда нам говорят, вспомните, как эволюционировала эта тема, в частности, с Североатлантическим альянсом. Поначалу говорили, еще
перед специальной военной операцией, а потом сразу после ее начала, Запад в один голос заявлял, давайте срочно примем Украину в НАТО, потому что на члена НАТО Россия никогда не нападет. По истечении времени они сменили пластинку, сейчас они заявляют, Россия, нельзя допустить, чтобы Россия победила на Украине, потому что как только она победит, она тут же нападет на страны НАТО. Логики нет никакой вообще. И буквально вчера, выступая в Тверской области, президент еще раз назвал бредом все вот эти вот рассуждения о том, что мы вынашиваем какие-то захватнические планы. Эти высказывания имеют единственную цель – заставить парламенты и население смириться с тем, что Евросоюз, Еврокомиссия очень хотят продолжать накачивать Украину оружием. Хотя Европа является, наверное, одной из главных пострадавших в этом конфликте. Вот если взять статистику, как сейчас выглядит за прошлый год экономика Европы, экономика Соединенных Штатов, ну, сразу видно, кто за чей счет живет и кто наживается на политике, которую Европе навязали из Вашингтона. И сейчас США отходят вообще на второй план, пуская на передний край Европейский Союз. Сергей Викторович, если вернуться к вопросу о наших контактах с американцами, вы сказали, что практически нет ни одной сферы, где мы общаемся. Но что касается обмена заключенными между Россией и США. Когда Байден встречался в Женеве с Владимиром Путиным, тогда было заявлено, что этот процесс будет продолжаться, и при нем можно будет надеяться на обмен нашими заключенными. Недавно были возвращены Ярошенко, Бут. Будет ли продолжаться этот диалог? Как вы думаете, есть ли еще шанс вернуть наших россиян? Мы всегда действуем в соответствии с теми договоренностями, которые достигаются с нашими партнерами, тем более, когда достигаются договоренности на высшем уровне. Договоренность, о которой вы упомянули в июне 2021 года в Женеве, заключалась в том, что был создан канал между спецслужбами, и было условлено, что он будет работать конфиденциально. Мы не выносили эту тему в публичную сферу. Она вот с нашей стороны комментировалась только когда конкретные достигнутые договоренности реализовывались, о которых вы упомянули. А американцы постоянно делают заявления о том, что вот мы договорились, а Россия не сотрудничает. Это нечистоплотные методы, которые, в общем-то, противоречат договоренностям президентов. Мы этим договоренностям привержены, готовы продолжать диалог именно так, в той форме, о чем договорились Путин и Байден. Продолжая визит Владимира Путина в Торжок, там, общаясь с нашими вертолетчиками, он, в частности, заявил, что в случае, если F-16 будут поставлены в ВСУ, но для размещения будут использованы аэродромы вне Украины, они станут законными целями. Перед этим Москва неоднократно давала понять, что если будут отправлены на Украину кадровые части стран НАТО, они тоже будут законными целями. И все это вот на волне, которую затеял Макрон, он еще так сфотографировался в бойцовской позе и заявил, что французские войска могут быть на Украине. В связи с этим у меня вопрос. Как вы считаете, решатся ли французы, либо какие-либо другие представители стран НАТО отправить свои кадровые части на Украину или нет? И если по аналогии, знаете, с часами судного дня, вот до прямого возможного столкновения армии России и стран НАТО, вот сколько осталось? 10 минут, 5, час? Ну, я на эту тему гадать не буду. Я вообще считаю, что это такая не очень корректная и полезная придумка с часами судного дня. Это просто нагнетается в общественном сознании ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно. Что касается макроновских идей, он, когда с этим выступил, явно был экспромт. Потом он как-то отыграл назад, его свита отыграла назад, но через несколько дней вновь эту идею повторил. И сказал, по-моему, еще, что он будет создавать коалицию с участием тех стран, которые будут готовы к этому. В ответ Столтенберг, генсек НАТО, и ряд руководителей членов Альянса, они как-то так осторожненько ему напомнили, что НАТО в НАТО решения принимаются коллегиально и коллективно. Сказать, что он не посоветовался. Не посоветовался, да. Мне больше кажется, что вот французская активность на этом фронте, она призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда дома у него очень неважные дела, и нужно создать какой-то отвлекающий маневр вот в виде призывов добивать Россию. Макрон в этом же контексте, он недавно сделал серию заявлений о том, что Путин знаменит тем, что не уважает договоренности и обязательства, поэтому верить ему нельзя, и нужно продолжать делать ставку на стратегическое поражение России на поле боя. Из уст Макрона и вообще француза, лидера Франции, это звучит весьма-весьма оригинально. Я имею в виду обвинение Путина в том, что он не соблюдает договоренности. Это говорит президент страны, чей министр иностранных дел в феврале 2014 года вместе с коллегами из Франции и Польши, из Германии и Польши, гарантировал договоренность между Януковичем и оппозицией, которая была растоптана на утро, и были захвачены все административные здания, и вопреки созданию правительства национального единства для подготовки внеочередных выборов, было объявлено о создании правительства победителей. Вот когда Клинтон вбивался в украинское общество. И когда мы позвонили в Париж, Берлин, сказали, дорогие друзья, вы же гарантировали эту договоренность, воздействуйте на оппозицию, пусть она уважает то, под чем подписалась и под чем вы подписались. Нам
так как-то очень неартикулированно что-то стали отвечать. И смысл был такой, что иногда демократические процессы приобретают нестандартные измерения. Вот и все. Это сказал о том, что мы недоговороспособны. Президент страны, которая, опять же, в феврале 2015 года поставила свою подпись под Минскими договоренностями, только для того, чтобы потом автор этой подписи, президент Олланд, заявил, что не собирались мы выполнять никакие решения по поводу вот этого Минска-2. То же самое сказал и Меркель, то же самое сказал Порошенко. И это сказал уже президент Макрон, который лично в декабре 2019 года созывал нормандский формат, туда приезжали Меркель, Путин и Зеленский уже, где после очень долгих препинаний и пререкательств все-таки был согласован документ, в котором говорилось о необходимости срочно определить особый статус Донбасса, как и требовали Минские договоренности, закрепить его законодательно и также законодательно закрепить известную формулу Штайнмайера, которая уже была компромиссной и предполагала, что этот особый статус вступит в силу только после того, как будут подведены итоги выборов вот на этих территориях Донецкой и Луганской народных республик. Если говорить о других достижениях Франции, ну, много чего можно вспомнить. Она в составе Евросоюза тоже много решений продвигала об урегулировании конфликтов, которые потом никто не собирался выполнять. И когда говорят нам о недоговороспособности, или когда Боррель заявляет, что нельзя доверять Путину. Ну, вот, да, если, да, еще он сказал, Боррель тоже сказал, что если мы сейчас на Украине не победим Россию, то Евросоюз потеряет доверие к себе. А вот примеры, которые я привел, они говорят как раз о дипломатических успехах, о дипломатических манерах Европейского Союза. Можно добавить еще 2013 год, когда при помощи Евросоюза было достигнуто соглашение между Белградом и Приштиной о создании в Косово сообщества сербских муниципалитетов. Оно было громогласно и триумфально представлено как величайшая дипломатическая победа. А потом косовары и албанцы сказали Евросоюзу, ничего мы не будем выполнять. И Евросоюз умылся. Поэтому если уж и говорить о договороспособности или о том, у кого какой есть авторитет, то, наверное, все-таки не французам и не другим членам Евросоюза, которые вот этими делами занимались и потом просто доказали свою беспомощность. Вот продолжение темы. Последнее заявление Франции, Германии, большинства стран Евросоюза по итогам выборов. Мы не будем признавать итоги выборов в России, это нелегитимно и так далее, и так далее. Не загоняет ли, с вашей точки зрения, Европа сама себя в дипломатический путь тупик, наподобие того, в который загнал себя Зеленский, запретив сам себе вести переговоры с Россией? Получается, что если тот же там Париж или Берлин не признают легитимность итогов выборов президента, то что тогда следует дальше, с кем они собираются разговаривать? А разговаривать-то придется. Мне сейчас трудно очень анализировать подоплеку тех действий, которые Европа принимает. Там никакой нет логики, никакой есть нацеленности в долгосрочную перспективу. Все сейчас, как, собственно, и другие исторические моменты последнего времени, озабочены не перспективами развития в интересах своих народов, в интересах мира и в интересах решения действительно общих для всех нас глобальных проблем, они озабочены электоральными циклами. И перед выборами обязательно нужно сказать нечто такое, что можно будет потом продать избирателю, в расчете на избирателя, конечно же, либерального. Это такой дискурс либеральный, нарратив, и он доминирует. В Европе христианские демократы, социал-демократы в различных их ипостасях. Они, наверное, и сохранятся в большинстве в европейском